Сергеевна? Сергеева. Когда? Каким судом и по каким судам? На ее пустях повешен. 14 мая 2010 года судом Октябрьского района города Витебска по статьям 339 части 1, 363 части 2. Сфабрикованная справа. Трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мы выйдем шинами Родария, довольны рода свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы на подбор. Нехай живе, могутный, смелый, наш белорусский вольный дух. Штандар наш бел, червоный, белый, покрыл собой народ и рот. Сейчас, последних три дня, я веду сухую голодовку. Сухую я воду не пью. Ведаючи Сергея, я думаю, что если он вырешил уже идти до конца свой проект, то он будет идти до конца. Выходили бы, состигали, собирали народ. На настоящую справу родить.